В мире есть одна программа, и неважно, как она называется, бизнес, любовные отношения, семья, путешествия, хобби, там без разницы. У них у всех присутствует одна программа. Но люди эту программу, я пока ее в тайне подержу, облепили разными названиями, и они дали одно определение, другое определение, они дали страх, они дали сомнения, они дали «а вдруг?» и настолько облепили, что самую главную, которую они ее потеряли. И по мере нейтрализации одной программы, да, там другой, он чик, открывается видение, и тебе нет разницы, как, что и в какой области проявленного мира называется, каким словом ты осознаешь суть этого происходящего. Ты знаешь, оно так. У тебя нет волнения, нет страха, у тебя нет паники какой-то. Оно так. То есть и вся жизненная сила сохраняется в тебе. Ты просто определяешь новое слово, определение, но это делаешь ты, не тебе это делают и закрывают твое лицо, да? Соседи, друзья, бизнесмены, реклама и все. Нет, ты, видя это, даешь определение и смотришь за происходящей реализацией твоего определения. Все. Неважно, бизнес, дом, машина, деньги. Это название, это проявление. Тебе важно дать это название и следить за проявлением его вовне. Все. Ну, чтобы до этого дойти, да, это какой люди путь проделывают. Они то туда зайдут, то туда зайдут, то в одну этикетку упрутся, то потом в другую упрутся. А суть сюда зайти, вовнутрь и познать, оно вот, дай название и наблюдай. Мы когда телевизор смотрит человек, и там 300 программ, да, он сидит и щелкает это, ой, что-то это не, сегодня хочу повеселей, чик, он включает повеселей, и он смотрит эту картинку повеселей. Точно так же переключается наш ум, это машинка. Чик, я хочу быть в достатке, да, или я хочу быть богатым. То есть богатым не только деньги, а слово «богатый» я подразумеваю это и отношения, и движение, и финансы, и какие-то блага такие, да, комфорт, все остальное. То есть богатый во всех областях своей жизни. В счастье, в радости, то есть в задоре быть, смотреть на эти проявления, учиться этому. Да? Вот сюда зайти надо. Важно вот. Причем неважно, мы будем идти через деньги, через бизнес, или, как сегодня очень модно, через духовное там какое-то это. Главное перестать разделять. Бизнес, духовность, семья – это все одно целое. Как только люди начинают что-либо разделять, все, они пошли или в духовность, или в бизнес. А нам важно это соединить и познать. Ну, так. Просто вот это заявление –